И на канале мальчик, который все это. А что это такое у тебя сегодня? Какие-то яйца интересные. Это киндеры. Киндеры? Да. У тебя получается один киндер-сюрприз и два забавных каких-то сюрприза. Покажи киндер-сюрприз. Где у тебя? Вот они. Вот они, да? Мы сегодня открываем один киндер-сюрприз с каким-то там гепардом. И два каких-то забавных сюрпризы. И вот такой, и вот такой. Да. Что, давай открываем? Вот это хочу. С чего начнем? С этого, да, начнем? Да. Хорошо, давай детишкам сначала покажи. Вот такое вот яйцо мы сегодня открываем, шоколадное. Интересно, что там сегодня будет, да? Убьем. В сторонку, да, пока, чтобы не мешали. Давай, открывай. А ты сюда прям складывай мусор, мы потом все вместе сразу уберем. Так. Вот и есть некое, что попадет. Интересно, да, что там сегодня попадется у нас. Что за сюрприз такой для мальчика? Я приготовил для мальчика сюрприз. О, сильно открыто сюрприз. Давай посмотрим. Когда ты уже научишься эти контейнеры открывать? Да. Держи. Показывай, что там у тебя. Да-да-да. Что такое? Что это такое? Что это такое? Колобик. Похоже на кораблик. Так. Вот у нас инструкция. Ну вот, наверное, у нас кораблик мы сейчас и соберем. Да? Это большой колобик. Давай быстро его соберем. Давай я тебе помогу его собрать. Он будет плавать. Хорошо, он у нас поплывет. Подожди, давай сначала соберем кораблик, а потом уже возьмемся за следующий. Вкусная загадка. Держи. Показывай, что за кораблик получился. Кораблик плавает на воде. Где кораблик плавает? На водах. На воде. И он плавает. Мы вот так поставим и это. Вот такой кораблик у нас. Че, открываем следующее? Да. Кораблик нас здесь подождет. Вот здесь вот. А здесь как ты думаешь, что-то тоже будет интересное? Да. Я удумал, что это вот так было. Да, пап? Да, давай посмотрим. Я. Зачем ты так его размял весь? Смотри, у тебя руки какие сейчас грязные. Ладно, давай открываем, да возьмем салфетку. Открываем. Держи. Спасибо. Опа. Что не получается, давай еще помогу. Опять кораблик. Опять кораблик, но у нас получается уже совершенно другой кораблик. У меня сеть кораблика. Вот такой вот кораблик у нас получается с каким-то пропеллером сбоку. Сейчас соберем и посмотрим, что получится. Опять кораблик. Давай помогу тебе собрать. Давай. Вот так вот сделай. Вот такой вот у нас кораблик получается. Смотрите, давай вторую ладошку. Вот так вот сделай ладошки, Марат. И вторую. Вот смотрите, у нас два разных кораблика. Попало сегодня в каком-то забавный сюрприз называется для мальчиков. Так. Я пойду гулять и это дам на мальчика кораблика сейчас. Ты отдашь мальчику кораблик? Вот этот киндер мы сейчас откроем. Интересно, что там будет? Может быть, гепард, который был нарисован на картинке? Давай. Вот у нас пока два кораблика таких небольших. Ты сначала этикетку открой. Так. Пока ты открываешь этикетку, мы, наверное, скажем подписчикам всем спасибо за то, что подписываетесь, смотрите наши видео. Большое спасибо тем подписчикам, которые уже давным-давно с нами. Также благодарим тех,
кто только подписался на нас. Дай я мусор в сторонку, а то там у тебя шоколад и мусор. Ну-ка. Это сюда. Мы сейчас это все в сторонку уберем. Ага. Так. И все. Открой. Держи. Открыл. Что-то там интересное. Опять кораблики. Нет, это не кораблики, я так думаю. Ну-ка давай. Опять. Что это такое? Давай посмотрим, что там на картинке нарисовано. А на картинке у нас нарисовано... Не знаю еще, что это такое, но вроде у нас что-то такое наподобие попадалось уже. Сейчас мы вот это вот все соберем и посмотрим, что это такое. Давай, Марк. Соберу сейчас. Так, смотрите, ребята, что у нас тут. Я так понимаю, это какое-то табло, на котором можно рисовать вот так вот. А чтобы это все дело стереть, вот здесь вот сзади есть вот такой вот поворот. Мы его поворачиваем. И смотрите, вот что происходит. Дальше получается вот этим вот поворотом мы опять поворачиваем. Вот так вот на 12 часов. И можем опять рисовать все что угодно. То есть на этой игрушке можно нарисовать, и вот так вот исчезает. Игрушка интересная, потому что вроде ее там какой-то дяденька несет, типа на своей голове. Будем играть с такими кораблями, да, Мара? Да. Хорошо. Интересные, конечно, кораблики такие. Что, будем заканчивать? Да. Да? Скажи всем пока. Большое спасибо за просмотры. Подписывайтесь на нас. Канал. Как наш канал называется? Мальчик ТВ. И ставьте нам лайк. Как лайк? Вот так? Вот так вот. Пока-пока.